одной волне с городом. Радио Болтком. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком». Программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас в гостях сегодня театральный критик, театровед, главный редактор журнала «Вестник театра». Это латышский национальный театральный журнал, который пишет о самых главных событиях, происходящих в театре. Эдита Тышхайзер. Доброе утро, Эдита. Доброе утро. Спасибо большое, что пришла к нам в этот морозный день. Я хочу сказать, что сегодня мы, может быть, и ответим на все три вопроса, которые у меня в заставке. Как создаются премьеры, как открыть для себя современный театр и что происходит за кулисами. Потому что мы поговорим сегодня о театральной премии «Spelmanunakts», которая буквально две недели назад вот было вручение в конце ноября. И мы сейчас как раз с тобой поговорим о том, как это все происходило, потому что сезон был непростой, вы нарушили все правила игры. Этой премии «Spelmanunakts» «Ночи игроков». И мы как Ночь раз лицедеев. Лицедеев все-таки, да? Так правильнее. Да. Угу. И мы поговорим именно о том, что эта премия помогает узнать современный театр, тенденции, которые происходят в современном театре Латвии. Она говорит только о премьерах. Правильно? Да, премьерах того степени, сезона. И в некоторой степени мы узнаем о том, что происходит за кулисами, но не самого театра, а то, что происходит за кулисами профессионального сообщества. Как работает эта премия, как она, для чего она, наверное, нужна? Она поощряет творцов или она привлекает внимание зрителей к каким-то событиям? Вот как, на твой взгляд, это самое... Вот, мне кажется, это самый важный вопрос. Для чего вообще нужны такого рода премии? Ну, я думаю, что каждой такой премии профессиональной, они имеют два таких значения. Во-первых, это все-таки, ну, твою работу увидели и оценили. Mm-hmm. Именно в профессиональной среде. А второе, это, конечно, огромное такое действенное маркетинговое орудие. Я думаю, что вот театры, руководство театров именно вот так это и воспринимает, поэтому в этом году, когда это было иначе, многие руководители театров были недовольны. Разочарованы, недовольны. Потому что обычно мы выдвигаем соискателей на определенные номинации. Там, спектакль года, притом спектакль актерские в большом работы, зале, да. В малом зале. Лучшая актерская работа, лучшая актерская работа второго плана, лучший режиссер, сценограф и так далее, и так далее. А в этом году, когда в середине, в конце нормального сезона мы вообще ничего не смотрели, потом в мае произошло вообще такой, я бы сказала, казус, что актеры играли при пустых залах, в которых сидели пятеро. Членов жюри. Это, конечно, было совершенно кошмарно, потому что смеяться неудобно. Uh-huh. Кто-то сидит там вдалеке, в темноте. Мы их видим, они нас не видят и, в общем-то, я думаю, что не чувствуют. И это было очень неприятно. В большом зале. В малом зале это было иначе. Там вот ты как раз чувствовал, играет для тебя. Uh-huh. Но, в принципе, из-за этого, из-за того, что публики не было, из-за того, что не было... Многие премьеры вообще не могли быть, если они были очень дорогие, то их просто нельзя было показывать пятерым. Uh-huh. Просто решили, что каждый театр, номинаций как таковых не будет. Мы не будем выдвигать номинации, а каждый театр скажет, вот эти четыре спектакля, если удастся, если мы вообще выпустим на зрителя, вот эти спектакли надо посмотреть обязательно. И вот это были такие номинации. Mm. Да, четыре спектакля у каждого театра. Mm-hmm. Естественно, что в результате мы посмотрели гораздо больше. Скажем, Валмерский театр, который вот сейчас закрылся на ремонт, он уже в мае начал при первой возможности играть при
возможных залах, и мы посмотрели там, например, все. Мы почти все посмотрели в Лиепае, скажем. Но, в принципе, мы договорились, что в основном мы говорим про эти 4 спектакля, которые выдвинули сами театры. Сами театры, которые для самих театров определяют их направление жизни в этом сезоне. Да, порой мы были очень удивлены, почему театр, если мы видели все, почему театр выдвинул именно эти постановки, хотя те, скажем, были гораздо интереснее, но это их право. А те, которые мы не рассматривали, вот эти спектакли пойдут в следующий год. Сезон. Угу. Следующий сезон. Скажи, пожалуйста, то есть таким образом, вот когда мы говорим о том, что премия, обычно это же бывает такой лонг-лист, да, все сначала, все, что есть, потом есть шорт-лист, это номинанты. И обычно, ну, на мой взгляд, самое точное, что показывает картину состояния театра в настоящий момент, это вот как раз список номинантов. Ты по этому списку всегда можешь более-менее составить картину, более-менее точную и объективную по именам, которые там есть. Да? И потом, когда список лауреатов, это уже игра на самом деле. Это та игра, которая и привлекает внимание зрителей, и, как мы говорим, пиар-акция, и сама церемония вручения этих премий. И в этом году вот эти 4 названия от каждого театра, это, собственно говоря, и есть просто название, как вот этот шорт-лист, да, получился, без номинаций. Правильно я понимаю? У вас же не было вот этой вот всей структуры длинной? Или была? Нет. Мы сразу восприняли это как игру. И объявили это как своеобразную игру. Этот сезон совершенно выпадает из всего. И во многом эти номинации – игра случайностей. Игра случайностей, и его даже по-настоящему нельзя назвать этим шорт-листом. Но Союз театральных деятелей, который, собственно, и руководит всем этим процессом, они нам дали карт-бланш. Они нам дали 12 вот этих гвоздей сценических, плюс еще, если мы хотим, гран-при. И, естественно, вот, как ты говоришь, легенда за заслуги в течение всей жизни. И вот в рамках этих 12 мы уже могли делать, что мы хотим. И мы решили, что в этом году мы постараемся наметить вот именно... Ну, как бы это точнее выразить, не лучших по сравнению с чем-то другим. Мы не будем говорить про конкретные номинации, режиссуру, а мы постараемся выявить вот звезды этого года. Вот те события, те спектакли, те актеров, которые вышли из своей зоны комфорта и двинули театр весь в целом дальше. Я думаю, что мы этого добились. И поэтому мы, скажем, у нас не было лучшего режиссера. И самое главное, то, что обычно делается. Вот идет этот шорт-лист, и такой-то спектакль. И все. Если мы выдвигали спектакль, и это было для нас самое интересное, мы объясняли, почему, за что. И точно так же, если мы выдвигали актера, ну, это были две актрисы, то не просто за какой-то образ, но за объясняли. Да, за то, что, как бы, что ведет за собой этот образ, да? Да, что он открывает. Да, скажем, женщина, Ев Сеглини, кстати, выпускница школы-студии МХАТ, ученица Романа Козака. Она сыграла Райниса, ни много ни мало, народного поэта. Это было совершенно потрясающе. И я думаю, что для нас это было очень интересно писать вот эти дефиниции, эти определения за одновременно очень смиренное и очень смелое создание образа. Да, это было очень интересно. Каждую свою номинацию объяснить. И
Знаешь, когда вот из этих шорт-листов надо обычно выдвигать лауреатов уже, порой бывает, и довольно часто бывает, что вот жюри разделяется на две части. За один спектакль, который, ну, стоим насмерть, и другой спектакль, стоим насмерть, договориться не можем. И что мы делаем? Мы находим третий, который не нравится по-настоящему никому. И вот в этом году у нас совершенно не было таких компромиссов. Вот совершенно не было таких компромиссов. Из этих 20 статуэток 5 это вообще мы даже не обсуждали. Это вы были совпали. Совершенно одинаковые, единогласные мнения. Вот это и это. Потом надо было только побороться. Сказать, за что. А потом, конечно, у каждого остались какие-то заветные мечты. Вот я все время повторяю, что моя заветная мечта в спектакле, который получил гран-при, «Смейльс» в театре «Дайлс», там главного героя, выдающегося режиссера Эдуарда Смейльса, играли сразу 6 актеров. При том, что «Дайлс» театр – это не ансамблевый театр. Он изначально никогда не был ансамблевым театром. Это всегда был театр звезд. Звезд и яркой театральной постановки. А тут случилось так, что в конце я даже уже разные голоса не слышала. Я действительно воспринимала этих 6 как единое целое. И вот я очень хотела дать им одну из этих гвоздей, поскольку приз «Ночь Летидеев» – это театральный сценический гвоздь сцены. И я хотела дать им как единому образу, потому что это совершенно что-то небывалое для этого театра. Но это говорит о том, что если все-таки остались кто-то не награжденный, не отмеченный, это говорит о том, мне кажется, что событий все-таки в этом сезоне было много. Театральных событий и привлекательных театральных событий было много. Но я хочу немножко пояснить, потому что мы-то говорим о том, что мы знаем. Я хочу чуть-чуть пояснить, что номинации в этом году не было действительно таких номинаций, конкурирующих разных, а были просто сразу тех, кого вы выбрали как лауреатов. И жюри в этом году придумало название этих номинаций. Очень точно определила, и мне кажется, что просто надо всем читать эти названия номинаций, чтобы понимать, что происходит в Театре Латвии сейчас. Вот я хотела спросить, чтобы мы так немножко поговорили о том, кто получил все-таки. Отметили молодого режиссера Клауса Кошенса, да? Клаус Кошенс, он, кстати, тоже учился в Москве. Учился в Москве. 2 года, по-моему, потом вернулся сюда. Это вообще его дипломная работа. Это его дипломная работа. И да, нам всем это было очень важно, потому что это, наверное, первое поколение, которое вообще ничего не знает про советскую власть. И они уже, это действительно конец уже 20 века, когда они родились, самый конец. И они как-то настолько по-другому смотрят на мир. При том, что Мартимел и Элмар Сенкоус приняли их сразу после средней школы, то есть 18-19 лет. Они действительно после 4 лет, они все еще невероятно молоды. И как бы это точнее объяснить? Они приходят с совсем другим уровнем откровения, откровенности. Потому что даже предыдущие поколения, скажем, Сенькоус, с которым Силис. Ты разговаривал, они тоже откровенны, но они между своей личной откровенностью и зрителем все-таки ставят пьесу. А эти, как бы говорят, совершенно напрямую. Вот скажем, вот этот Клаус Кошенс, он рассказал историю о том, как он немало-немного продавал наркотики.
и попался, как его сдали и как он сдал. И понимаешь, из такой чернухи сотворить чуть ли не поэтическое представление в таком молодом возрасте и так, ну как бы сказать, помочь своим сверстникам и дать почувствовать такую вину моему поколению, ведь мы не досмотрели. Ты знаешь, так лично повлиять на зрителей, на всех, угу, и профессионалов, и непрофессионалов, я думаю, это дорого стоит. Мы говорим о спектакле «Конклавс», который идет в Дёти-Дил-театре, да, и можно посмотреть. Он стал частью репертуара театра, как я понимаю, это дипломная работа вошла в репертуар. Еще один вопрос, который мне хочется с тобой обсудить. Это награждение спектакля «Мой сосед еврей», угу, который поставили, вышла пара Мартин Шейхе и Криста Буране. Угу. Они вышли вдвоем получать этот приз, два создателя этого спектакля. И упомянули еще Кирилла Эциса, который писал поэтические тексты для этого спектакля. Не поэтические тексты, а стихи, да? Стихи для песен, которые там используют. Ну, угу, поэтические тексты, тем не менее, какие-то, да, для слова для песен. И этот спектакль идет в Резекне, и мы надеемся, что он все-таки будет еще в следующем году, потому что это уличное представление. Это спектакль путешествия по центру города, по двум или там по двум с половиной улицам старого города, той части, где, в общем, стоит синагога и где... Вокруг синагоги. Вокруг синагоги. Вы наградили это с номинацией, как вы назвали эту номинацию? Мы не назвали номинацией. Мы сразу говорили, спектакль «Мой сосед еврей» за... Я писала эту дефиницию. Как же я это там писала? За воскрешение исторической памяти, в том числе, без агрессии и без назидательства. И еще за объединение города, за соединение профессионального и любительского искусства. Но самое главное, конечно, за воскрешение исторической памяти и без агрессии, без напора, без дидактики. Потому что у всех есть вот те пятна, о которых не хочется вспоминать. Холокост – это один из таких то ли черных, то ли белых пятен. И говорить о целом сообществе людей, которые просто исчезли, и говорить это настолько достоверно, спокойно, уважительно, и все время возвращаясь к нашей истории. Скажем, этот спектакль, он создан по прототипу средневековой мистерии, когда зрители перемещаются из места в место, а актеры как раз играют 10 раз, поскольку 10 групп, 10 мест, и они играют 10 раз подряд вот свой эпизод. Свой маленький сюжет вот этот. Маленький такой сюжет. И один эпизодов, он как раз в синагоге, где рассказывается история одного человека, который, кстати, не погиб. Он уехал в Америку, умер в своей смерти, и при каждом этапе его жизни кладется вот такой камешек. Кто был в еврейских кладбищах, тот знает вот эти камешки, которые кладутся на надгробии, как память. Да, память. Он кладет вот такой камешек. А потом мы идем на другой эпизод, где две девушки-комсомолки в конце 40-х годов журналистам спрашивают, ну вот, как вы тут живете? Они говорят, мы живем хорошо в Резекне, мы латыши дружат с русскими, белорусы дружат с украинцами. А евреи, спрашивает корреспондент, какие евреи? В Резекне никогда не было евреев, говорят они. И вот у нас консервный цех новый, и мы варим земляничное варенье. Знаете, самое вкусное и самое такая яркое земляника, она растет вот в том лесе.
И это лес, где их расстреляли. Мама почему-то не разрешает там их, его собирать. А потом они ходят с лукошками и предлагают нам землянику попробовать зрителям. А это те камушки. Да, там камушки, да. Притом есть вот такой маленький, совершенно убийственный штрих. Они одеты в одежды, которые чуть-чуть испачканы глиной, песком, как будто они поднялись из этих рвов. Ну, то есть там и текстово, и актерски, и придумано, как это все по сюжету, и визуально еще все это решение непростое. И это визуально, непростое. И то, что ты ходишь под очень жарким солнцем, и ты как-то физически кое-что чувствуешь. Это очень хороший спектакль. Ну, мне тоже кажется, я ездила, смотрела, мне тоже. Я очень рада за то, что этот спектакль был сейчас отмечен. Мне кажется, это очень важно и для города, и для самой истории. Потому что вот я недавно говорила здесь тоже, что я уже много посмотрела в Литве спектаклей, которые поднимают вот вопросы исторической памяти, Холокоста. И там несколько лет, как это продолжается в культуре, в искусстве и в театре, в том числе, не все просто. Но вот мне кажется, то, что сделал Мартин Шейх, это прям выбивается даже из того, что я видела. Это такая очень важная работа. Это очень важная работа. И я надеюсь, что вот в данном случае вот этот сценический гвоздь поможет ему, поскольку это дорогой спектакль, и очень много актеров из почти всех театров, и любительские театры, и духовой оркестр, да. И что, чего там только нет, и что это поможет ему вот найти спонсоров, чтобы сделать спектакль несколько раз, и, поскольку его, конечно, можно играть только летом, но чтобы он игрался многие лета. Да. Хорошо, а скажи, пожалуйста, было очень так видно, что есть разворот, как бы, и интерес жюри к визуальным формам? Да нет. К новым визуальным, но мне так показалось. Нет, просто когда одно время мы действительно очень массивно уже смотрели все, это просто произошло само собой. Это как раз вот, наверное, очень тенденция. Важный знак времени, важные тенденции. И в основном она относилась к театру Дайлс. Да. И я думаю, что одна из важных тенденций – это вот то, что я упоминала. Вот эти молодые люди, очень молодые люди, которые свои дипломные работы играли почти во всех театрах. А второе – это смена театра лидера. Угу. И, пожалуй, да, художественный... Ну, художественный. Я до сих пор его называю художественный театр. Ну, он художественный, действительно. Теперь он даже, и мне кажется, то, что мы сейчас говорим о том, что театр визуальность... Дайлс, да. Театр Дайлс под руководством нового художественного лидера Вестурс Кайриш и директор Юрий Жагарс. Да, они очень резко повернули этот театр, и он как-то буквально воспрял духом. Потому что долгое время это был театр очень хороших актеров, выдающихся актеров, который мог существовать в любом пространстве. Он мог существовать в Ист-Энде, он мог существовать на Бродвее хотя бы. Хорошие актеры и постановки зарубежных авторов. Благополучный такой. Да, Не совсем современный все-таки театр был. Не совсем современный театр, и уж, конечно, не театр здесь и сейчас. И вот здесь они резко повернули как-то сюда. Не все удается, естественно. Но то, что удается, это очень хорошо удается. И я так хочу сказать, что все-таки награждение двух актрис дали с театра. При том, что, в общем, никаких так особых других актерских номинаций-то и нет. Было награждение певца за очень такое специальное, вдруг признанное. Это даже... Мне кажется, вот я бы хотела, извини, пожалуйста, я хочу вот сейчас сказать, что для меня это очень важно, потому что независимый проект, который называется «Тагатная», который прошел несколько раз этим летом, который был как продюсерский проект, игрался на платформе в зале «Ханнес Перонс»,
в котором была такая сборная команда создателей, современная музыка академическая, современный танец хореографов и исполнитель... вот, Ян Шипкевиц. Как его голос? Нет, голос, как его называется? Контр... Он контртенор. Он контртенор там все-таки был, да? Да, но я думаю, для меня это было огромным открытием, потому что он очень долго занимался в сфере, ну, скажем, популярной музыки. Я даже не предполагала, что у него такой классический и огромный амплитуды голос. От контртенора для таких уже чуть баритональных тонов. Но получил же он при премию? Том, что он... Нет, но он получил... Приз не за голос и не за музыку, а за создание образа, театрального образа. За артистизм, который он там проявил. Да? За создание образа. Потому что театральный, ну, потому что это всегда образ. Ну, я к чему веду, что вы включили такой независимый, в общем, музыкальный проект, да, как-то современный не танец, только. Музыка. Ну, вы включили его вот в эту орбиту. Для меня, например, это очень важно, что именно этот перформанс, пусть через этого одного исполнителя, который туда получил премию, но он прозвучал как часть вот этого создания театрального пространства Латвии. Да, дело в том, что сейчас вообще происходят очень большие сдвиги. Мы поговорим про Андрея Ярового. В Западной Европе это было уже 70-й год, это перформативный поворот. У нас это происходит, я думаю, происходит давно. Но сейчас действительно можем говорить, что эти проекты, эти создания, эти спектакли на грани разных искусств, они становятся очень важным двигателем для общего театрального процесса. Естественно, этот спектакль выпадает из общего ряда. Но то, что делает Янис, то, что делает Рейнс и Кристо Дзудзило, сценограф в этом спектакле, оно, это все проявляется и в больших государственных, негосударственных театрах, проектах отдельных. Это меняет процесс в целом. И нам было важно это отметить. Точно так же, как нам было важно отметить то, что в театре Гертруд Зилс Театрс делает Андрей Яровой. Это экспериментальный театр всегда. Это всегда идти дальше, чем было. Дальше, чем сделано. Это не всегда удачно, это не всегда получает известность, но вот это совершенно последовательное, эти совершенно последовательные поиски небывалых путей, вот был случай, что мы могли это отметить. Есть человек, который, не требуя никакой известности, он очень не пиаристый человек, но он делает очень многое, которое потом проявляется в больших театрах, подспудно. То есть театр на Гертрудес и Андрей Яровой – это та лаборатория, в которой намешивается какое-то месиво, из которого потом те, кто принимали участие в его работах, или те, каким образом кто-то это увидел, это начинает потом перерастать в какие-то другие проекты, которые уже заполняют именно. И точно такая же была вторая режиссерская. Режиссерская номинация Димы Петренко, который, наоборот, невероятно интересно работает в сфере психологического театра, самого традиционного, но он так хорошо выбивает уже устоявшихся, маститых, в чем-то даже рутинированных актеров из их зоны комфорта и открывает в них такие невероятные новые какие-то повороты. Да, и в этом году, когда у нас было карт-бланш, когда мы могли давать не что номинации, угодно, а призы кому угодно, нам было очень важно сказать, вот эти люди, вот Дима Петренко, который работает почти во всех театрах Латвии, кроме, наверное, Нового Рижского, и везде он вот выбивает актеров из их орбит. То есть он придумывает способ разрушения клише. Я думаю, что он даже не придумывает, он как-то видит все. Он видит этого актера совершенно непредвзято. Но не так, как все видели.
Это так здорово. И вот только что в Даугавпилсском театре у него совершенно потрясающий спектакль «Темные олени». Ну, там из-за ковида произошла смена некоторых действующих лиц. И этот спектакль заиграл так здорово. Я очень люблю Диму Петренко. Хорошо. Значит, мы все-таки говорим не просто так, чтобы сейчас поговорить, а мы хотим обратить внимание наших слушателей, те, кто слушает нашу программу. И еще раз тогда повторю имена, которые мы с тобой обсудили сегодня, и те тенденции, которые мы с тобой обсудили. Это Андрей Яровой. Если вы любите эксперимент, сразу предупреждаю, если вы любите эксперимент, да. Если вы готовы к каким-то сложным процессам на сцене, то вам точно вот туда, в Гертрудес театр, на спектакле, который делает Андрей Яровой. Если вам хочется посмотреть на актеров, которые преодолевают свои привычные рамки, разрушают свои клише и работают совершенно в другом формате, вам идти надо на спектакль Дмитрия Петренко, режиссера. Притом в любом театре. В любом театре, да, в Липае, в Риге, в Даугавпилсе. Вообще надо ездить в Даугавпилс. Там интересно. Да. Если вам интересно, с какой степенью откровенности работают молодые режиссеры, то вот смотрите за тем, что делает в Дёте Дил театре. Открывают прям большой проект по открытию молодых имен. Это происходит тоже из Гертруда с театром, это совместный проект. Это совместный проект почти во всех театрах, в том числе в Малмире, в Липае. Но в Дёте Дил это вот, если вы хотите новые имена услышать, идите в Дёте Дил театр и слушайте, смотрите, что происходит там. И мы говорим про визуальность, и мы все-таки напоследок еще раз скажи несколько слов про то, что происходит в Дайлас театре. В Дайлас театре происходит очень мощный сдвиг в сторону масштабности, я бы сказала. Эдуард Смильс – это основатель этого театра, в отличие от национального, которое учредило государство в свое время, почти в начале 20-х годов прошлого столетия. Дайлас театр основан двумя людьми. Главная личность, конечно, это Эдуард Смильс, который руководил им до 64-го года, 44 года. Был единоличным руководителем. И я думаю, что для Каэрши было очень важно почувствовать, вот это только легенда или что-то просачивается и сегодня. И вот этот вопрос он все время решает в этом спектакле, притом не стараясь что-либо из его спектаклей воссоздать, не дай бог реплицировать, но делая какие-то маленькие намеки, которые важны сегодня, но самое главное, достигая некоего масштаба, масштаба спектакля и масштаба личности. И через вот этот масштаб ты понимаешь, да, вот это была личность. И понимаешь про Вестур Кайриша, да, это личность. Ну, хорошо, спасибо большое. Это Дайлас театр, и я-то со своей стороны как раз рекомендую смотреть не только спектакль «Смильгиз», а все-таки вообще следить за тем репертуаром, который там сейчас обновляется, и за теми новыми спектаклями, которые выходят. Что-то мы уже обсуждали в нашей программе, о чем-то мы еще будем говорить. И я очень рада, что когда был только назначен Вестур Кайриш, он пришел ко мне, и мы с ним говорили вот почти уже 2 года назад. Но как тяжело случилось, что с его приходом театры, в принципе, закрылись, и все, что происходит, это тоже работа, направленная скорее на внутрь театра, чем пока наружу. Но я думаю, что тот результат, который мы видим как профессионалы, видят и зрителей, и этих зрителей будет все больше и больше, и зрители начнут меняться тоже вместе с театром. Спасибо большое, Эдита. Спасибо. На одной волне с городом. Радио. Радио.